добрый день. Указом главы Республики Карелия, довожу до вашего сведения, от 20 июля введен запрет на посещение лесов в Пряжинском районе, на территории которого вы сейчас находитесь. Тем более, используя открытый огонь. У нас завтра билеты. Под кронами деревьев. Завтра билеты. Не, это никого не волнует. У нас люди на пожарах сейчас. Уголовная ответственность по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это если будет возникнет лесной пожар и будет причинен ущерб лесному фонду.